Дорогие товарищи, с глубокой скорбью, чувством невосполнимой утраты, советский народ провожает последний путь одного из самых любимых и славных своих сыновей, первого в мире летчика-космонавта, коммуниста, героя Советского Союза, депутата Верховного Совета СССР, полковника Юрия Алексеевича Гагарина. Последний долг отдаем мы сегодня и отважному боевому летчику, герою Советского Союза, коммунисту, инженер-полковнику Владимиру Сергеевичу Серегину. Безмерна наша скорбь и наша боль от тяжелой утраты. Нам, близким друзьям и товарищам Юрия Алексеевича Гагарина, как и всем советским людям, трудно смириться с мыслью, что его нет больше в боевой семье космонавтов. В эту минуту прощания с нашим боевым товарищем и другом на память приходят слова из песни о Соколе Алексея Максимовича Горького. «Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. Дорогой друг и товарищ, ты навсегда останешься с нами, как пример героизма и мужества, беспредельной преданности Родине». Юрия Алексеевича Гагарина